Александр Борисович, вчера мы поднимали вопрос, есть известные некоторые работники здравоохранения, а также некоторые, скажем так, чиновники, которые пренебрегают условиями самоизоляции, вот какие-то меры к таким видным деятелям, как приняты уже. Если есть конкретные факты, я прошу вас их предоставить с фамилиями, потому что на сегодняшний... Если есть конкретные факты, я прошу предоставить вам фамилии, потому что у нас, у руководителей, во-первых, все предупреждены, и у руководителей есть меры воздействия на таких нерадивых работников. Если есть конкретные фамилии, конкретные факты, готовы разбираться в каждом конкретном случае. Татьяна Георгиевна, в данном случае речь идет о Горчаковой, заведующей детской поликлиники. 2 дня назад, 3 уже, она побыла из Таиланда. Вот. Насколько она соблюдает карантин, и почему такие врачи, ответственные лица, позволяют уже в карантине себе такие путешествия? Это, мне кажется, это просто аморально. Вопрос об аморальности, это, наверное, вопрос, наверное, к каждому гражданину. Вопрос о ее трудовой пригодности. Наталья Александровна Горчакова выезжала в период своего отпуска. Когда она уезжала, когда она уходила в отпуск, в это время еще не был наложен карантин, и в это время еще не было рекомендации не ездить за Таиланд, не был еще закрыт. Поэтому это решение работодатель, учредитель Минздрав Саратовской области ей это не запретил. Она приняла решение, что она сможет об этом, так сказать, отдохнуть в какой-то короткий промежуток. В это время функционирует нормально детская городская клиника. Если не нашли эту проблему, в том, что она не 3 месяца же там была. У нас с февраля месяца начались проблемы в стране. Но почему-то у вас Минздрав одобрил, вы в этом криминала не видите. Я вот считаю, что я вижу, потому что случаи с Сыктывкаре показывают обратную практику. На сегодняшний день доктор находится на карантине, в изоляции, на больничном листе. Безусловно... То есть ей оплачивает государство, ее отпуск. Минздрав, она находится... в очередном оплачиваемом отпуске, в это же время находится на карантине. Вопрос о ее соответствии... За счет жителей, за счет налогоплательщиков, она путешествует в Таиланд в смутное время, сидит на эти деньги теперь на самоизоляции. Прекрасно. Решение об ее соответствии должности будет принимать учредитель Минздрав Саратовской области. Хорошо, мы обязательно вопрос тогда озвучим.